у тебя есть и жена, и любовница, а сил и денег на двоих уже не хватает. Очень сочувствую. Что же тебе делать? На одной чаше весов у тебя классный секс, молодое тело, а на другой годы прожитой жизни, ее семья, твоя семья, общие дети, общий быт и так далее, и так далее. Как же сделать этот сложный выбор? Тебе может помочь одна простая техника. Возьми либо старый альбом, либо в интернете у тебя какие-то есть фотографии с того самого времени, когда ты с женой только начал встречаться. Вспомни ее молодой, красивой, свежей, ухоженной, когда она пыталась завоевать твое сердце. Вспомни тот момент, когда ты ей даришь кольцо, когда она родила для тебя первенца. И поверь, ты захочешь уделить именно этой женщине внимание и вернуть именно те отношения, которые давно утеряны. И открою тебе секрет, если ты начнешь за женой ухаживать так, как ты сейчас ухаживаешь за любовницей, и заниматься сексом с женой так, как ты сейчас занимаешься с любовницей, все вернется на круги своя. И жена тебя порадует и новым свежим видом, и классным вкусным ужином, и необычным сексом.